покорить вершины мирового спорта. О планах легкоатлета Виталия Диденко мы рассказывали в одном из наших летних выпусков. Спортсмен, уже тогда рекордсмен России по бегу, готовился к новому испытанию – четырехдневному нон-стоп-марафону на выносливость и силу воли. Каждый день тренировался по 8 часов и смог таки войти в историю мирового спорта, совершив уникальный забег с 18 по 22 июля в Республике Адыгея. 96 часов бежал без сна и отдыха. Этот факт зафиксировало Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Теперь Виталий рассчитывает превзойти свой же мировой рекорд – совершить забег уже на 100 часов.